Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас очередная планерка штабов. Это достаточно уникальный, на мой взгляд, формат. Вот те, кто еще не присутствовал здесь, представляете, когда собираются люди самых разных политических взглядов, выступающие в самых разных штабах, с позиции, с точки зрения своего, естественно, кандидата, ведущий очень бурную, активную кампанию. А здесь собираются для того, чтобы поговорить на какие-то темы, которые связаны с тем, как бы вместе, сообща, что называется, да, обеспечить чистоту, прозрачность, легитимность избирательного процесса. И делают это достаточно цивилизованно, красиво, за что я всем благодарен. Можете себе поаплодировать, потому что, я еще раз говорю, это третья уже планерка штабов. Сегодня мы будем говорить как раз о технической стороне того, что называется обеспечение чистоты и прозрачности избирательного процесса. Не буду зачитывать достаточно долгий текст, который у меня здесь написан про это, потому что, я думаю, специалисты расскажут об этом подробнее. Сразу представляю спикеров нашего круглого стола. Медхат Равкатович Шагиахметов, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. Ильшат Юнусович Аминов, генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», депутат Государственного совета Республики Татарстан. Ильнар Исрафилович Гирфанов, член правления Общероссийского общественного движения «Корпус за чистые выборы». А теперь аплодисменты будут особенно бурными. Михаил Евгеньевич Пореченков, российский актер театра и кино. Человек с активнейшей жизненной позицией. Вот вообще творческий человек с ярко выраженной позицией. На протяжении долгого времени это заслуживает всегда большого уважения и еще раз ваших аплодисментов. Спасибо, что вы здесь с нами сегодня. Ну, если позволите, я сразу скажу, что в зале находится целая группа достаточно авторитетных экспертов, в том числе и представляющих как раз те самые региональные штабы самых разных кандидатов. Я скажу, всех, да, кроме тут два не представлены кандидатов в президенты. А так все находятся, плюс политологи, специалисты-конфликтологи, юристы, члены общественной палаты. Отдельно хотел представить председателя общественной палаты Республики Татарстан Анатолия Алексеевича Фомина, потому что за общественной палатой в этом году в эти избирательные процессы достаточно серьезная задача, особая, отдельная. Ну и все, на этом закончу свой длинный спич. Давайте начнем. Итак, очевидно, первый вопрос, Медхат Равкатович, к вам. Расскажите о нововведениях. Сегодня необычный такой формат. Здесь стоит очень много техники. Чего она из себя представляет? Что это за нововведение? Как этим пользоваться? Почему именно эти штуки? И какие еще гарантируют чистоту избирательного процесса? Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, я бы, наверное, вначале рассказал немного вообще о тех изменениях, которые у нас сегодня будут к избирательной кампании, и о чем сегодня много говорят с разных трибун, тем более изменения достаточно значительные, серьезные, я бы сказал, даже беспрецедентные. Но самое главное, наверное, изменение в выборном законодательстве, то, что наши граждане, наши избиратели получили возможность на этих выборах 18 марта проголосовать по месту фактического нахождения. То есть уже человек не привязан к месту жительства, к месту регистрации, а сможет проголосовать в том месте, где он будет находиться 18 марта. И здесь даже очень важно, что не только человек, если, например, там будет находиться в другом субъекте или в другом городе, но очень важно то, что даже, особенно вот я здесь вижу очень много молодых ребят, в одном городе. Например, вот я уже получал много звонков от наших молодых избирателей, даже от своих знакомых, о том, что даже в Казани человек, если он прописан где-нибудь там на жилплощадке, а живет на горках, то уже не надо будет ему там 18 числа ехать в избирательный участок, где он прописан, а можно просто заблаговременно подать заявление и, соответственно, уже проголосовать наиболее удобном, наиболее близком избирательном участке, где он будет фактически находиться 18 марта. И надо сказать о том, что сами вот эти возможности подать заявление, они тоже достаточно сегодня широкие. Это можно сделать и в любой территориальной избирательной комиссии, это можно сделать в любой участковой комиссии. Наши участковые комиссии начали работу с 25 февраля
Это можно сделать через единый госпортал, и это можно сделать через многофункциональный центр. Я думаю, может быть, даже сидящие здесь в зале некоторые коллеги уже, может быть, даже воспользуются таким правом. То есть написали заявление и уже, соответственно, определили себе избирательный участок, где они будут голосовать. Я должен сказать, что вот на сегодняшний день в республике порядка 37 тысяч наших избирателей таким правом уже воспользовались. Если посмотреть выборы 2012 года президентские, уже мы, в принципе, по количеству перешли ту цифру, когда у нас избиратели пользовались открепительными удостоверениями. То есть мы видим, что, значит, действительно вот эти нововведения, они стали достаточно удобными, и они приняты нашими избирателями. И вот тот девиз, который всегда провозглашает Центральная избирательная комиссия, что голосовать становится легко, на самом деле на практике это реализовано. Конечно же, следующее изменение, которое тоже будет к этой избирательной кампании, об этом тоже мы все прекрасно знаем, вот и Анатолий Алексеевич тоже присутствует, это расширение общественного контроля. Помимо тех наших участников избирательного процесса, которые по закону имеют право назначать наблюдателей, такая возможность по закону представлена и общественной палате. А мы все прекрасно знаем, кто входит в общественную палату. То есть общественная палата, в принципе, сегодня представляет практически все категории наших граждан, начиная там от студентов, заканчивая, скажем так, пенсионерами. И поэтому нам будет очень важно, значит, как сформирован будет корпус наблюдателей общественной палаты, чтобы они тоже могли сконцентрироваться на всех тех вопросах, которые сегодня реализуются в рамках подготовки к выборному процессу и, конечно же, в день голосования. Поэтому расширение общественного контроля, мы считаем, что это тоже в определенной степени будет влиять на повышение доверия наших избирателей к выборам вообще. Но кроме этого, конечно же, мы установили, уже смонтировали камеры видеонаблюдения помимо участковых комиссий и в наших территориальных избирательных комиссиях. Вот, в частности, по опыту прошлых избирательных кампаний было много вопросов, что, например, там и сегодня мы получаем даже вот и через наши каналы обращения о том, что могут быть определенные там сомнения у наблюдателей, участников избирательного процесса, что в период подсчета голосов или в момент подсчета голосов могут быть какие-то там, скажем, злоупотребления. Но вот то, что уже видеонаблюдение устанавливается, но помимо того, что на участковых комиссиях, помещениях для голосования и для помещениях для подсчета голосов будут эти камеры стоять. Помимо этого, значит, вы все прекрасно знаете организацию выборного процесса, что эти протоколы участковой комиссии будут в конечном счете сводиться в территориальных комиссиях. Вот и территориальные комиссии, когда будут заниматься сводом протоколов участковой комиссии, соответственно, это тоже будет проходить под видеокамерами и в режиме онлайн. Любой наш избиратель, любой гражданин сможет посмотреть, как это происходит в режиме реального времени, и, соответственно, уже если будут какие-то вопросы или как-то отреагировать в рамках закона, или, соответственно, значит, там другие какие-то формы. Ну и, конечно же, я должен сказать о том, что в этой избирательной кампании мы впервые в нашей республике будем использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней. Это технические средства подсчета голосов. Вот вы тоже можете обратить внимание. Значит, здесь, в принципе, будут стоять... Тут только одна электронная урна, так называемая. Будет две урны для того, чтобы в случае, если, например, там что-то, сканер у нас по каким-то причинам, какие-то будут вопросы, то есть автоматически это будет уже дублировать друг друга. То есть здесь вопросов в том, что, значит, какие-то, скажем, сбои здесь уже никаких не видится. И более того, значит, здесь же есть специальные автономные, значит, электронные батареи, в случае чего, если будут какие-то перебои с электричеством, для того, чтобы уже тоже процесс голосования шел непрерывно. И более того, я должен сказать, что в целом в республике к этой избирательной кампании разработан регламент взаимодействия всех структур, которые связаны с вопросами обеспечения бесперебойного электроснабжения, бесперебойного снабжения связью, поэтому все вот эти вопросы, они отрешены. Для избирателя, в принципе, здесь каких-либо существенных изменений для голосования не предвидится. Значит, форма бюллетеня практически она такая же. Значит, человек также получает бумажный бюллетень, значит, в кабине для голосования
значит, голосует, и, соответственно, уже только с обратной стороны он будет опускать бюллетень непосредственно уже в считыватель, который будет автоматически считываться, автоматически будет подсчитываться количество избирателей, которые пришли голосовать, то есть уже не надо будет там ждать конца дня, когда, значит, мы будем производить подсчет голосов. То есть все это будет идти в процессе, непрерывно в процессе, значит, дня голосования. Поэтому это достаточно удобно будет и для избирателей, и в то же время, значит, мы считаем, это, значит, будет тоже определенным, значит, шагом в повышении доверия, значит, нашего населения к выборному процессу. Значит, кроме того, на этих выборах будет использоваться комплекс электронного голосования, вот тоже можете обратить справа от меня. Значит, мы уже в республике использовали такие комплексы электронного голосования. Человек, значит, получает штрих-код в избирательной комиссии, на избирательном участке, подходит к ЭГО, активирует, значит, этим штрих-кодом, появляется форма электронного бюллетеня, я еще раз подчеркиваю, это будет на татарском, на русском языке, и, соответственно, уже как, значит, видит бюллетень, голосует, отдает голос за своего кандидата, и, соответственно, тоже, значит, с правой стороны там есть лента, которая будет фиксировать, соответственно, значит, каждого человека, каждого избирателя, который придет и проголосует. И следующий, когда уже кандидат, и следующий избиратель, когда подходит, лента прокручивается, и уже избиратель не будет видеть, как проголосовал, значит, до него избиратель. Поэтому мы считаем, что эти технические средства подсчета голосов, они будут определенным шагом в повышении доверия населения к выборному процессу, это первое. И, конечно же, это в определенной степени, но и облегчит работу наших избирательных комиссий. Потому что я уже об этом тоже говорил, и вот в этой аудитории хочу сказать, что всего в республике организацией выборов занимается порядка 21 тысяч человек. Это огромная армия. Здесь и представители сферы образования, и ЖКХ, значит, других отраслей. И понятно, значит, человек работает на общественных началах практически и уже вовлекается в процесс непосредственно выборного процесса, скажем так, ну буквально там участковой комиссии за 30 дней, там территориальной комиссии чуть раньше, поэтому человеку сразу перестроиться там на вот эти все изменения законодательства, конечно же, ну, некоторым нашим людям бывает достаточно сложно, хотя мы их уже вот к этому избирательному процессу достаточно масштабно провели с ними обучающие семинары. Поэтому мы считаем, что вот эти технические средства подсчета голосов, в первую очередь, конечно же, они будут определенным шагом для повышения нашего населения, наших граждан к выборам нашей республики. Спасибо. Ну, председатель Центральной избирательной комиссии, конечно, рассказал все, что знает про этот процесс. Рассказал еще не все то, что знает. Был сформулирован вопрос. Но я думаю, это тот случай, где стоит того. Я почему на это обратил внимание, Ильнару Исрафиловичу как раз хотел про наблюдателей. Вы начали эту тему и достаточно так серьезно уже в нее вошли. Вот вообще этих наблюдателей, мы все говорили на нашем первой планерке штабов, вот они будут, вот их будет много, они будут такие активные, у них это будет позиция, ожидание. Что сегодня происходит с этим корпусом наблюдателей? Спасибо. На самом деле, по поводу активности, да, на сегодняшний день уже пул мы набрали наблюдателей, уже 2817 человек готовы, которым уже идет сейчас подготовка. Были же сомнения какие, то, что мы не сможем набрать, то, что тяжело будет замотивировать людей. В принципе, уже на сегодняшний день более 3000 заявок поступило. И вот началась программа обучения 26 февраля. Мы приступили к обучению. Мы не стали делать обучение так, чтобы в Казань всех приглашать, потому что мы сделали упор больше на то, что раз мы взаимодействуем с общественной палатой, то общественники именно на местах должны тоже принимать активное участие в наблюдениях. И сейчас наша группа лекторов ездит по территории Республики Татарстан, уже более 12 районов проехали, где проводится обучение для наблюдателей. Ну, вообще, говоря про наблюдение и про действительно этот год, нужно сказать, что не только Центральная избирательная комиссия идет в ногу со временем с цифровыми технологиями, да, то есть вот здесь были представлены, но и общественный контроль тоже переходит именно на цифровые технологии. О чем я говорю? То, что наш корпус наблюдать за чистые выборы является одним из инициаторов создания национального общественного мониторинга. Это платформа, основанная как раз таки на технологии блокчейн, где наблюдатели 5 организаций
могут всю информацию о мониторинге и о защите избирательных прав размещать. И информация, которая размещена на этой площадке, она уже не может быть удалена, она остается навсегда там. На сегодняшний день уже с января мы стартовала работа НОМА, была проведена большая работа по проверке многофункциональных центров. Эта акция была проведена в том числе в Республике Татарстан. Были проведены, уже сейчас есть нарушения, которые возникают. Наши же наблюдатели, наши территориальные координаторы выезжают на места, оценивают, смотрят, то есть решают эту ситуацию. Есть ли нарушение законодательства, нет ли нарушения законодательства. И вы сами можете зайти на сайт Национального общественного мониторинга и посмотреть, сколько заявок. Данная работа ведется по всей территории Российской Федерации. В том числе мы планируем уже сейчас провести работу 16-17 марта перед днем голосования. То есть до 16 марта у нас есть задача, и в принципе, если получится, мы с ней справимся, проверить избирательные участки, готовы ли они к голосованию, то есть все ли предусмотрено. И 17 марта мы хотим провести акцию в день тишины, соблюдается ли законодательство именно касаемо дня тишины. Сам день голосования будет проходить тоже у нас таким образом, что у нас наблюдатели сейчас не только являются офлайн-специалисты, которые сидят на местах и фиксируют соблюдение законодательства на местах, да, то есть он в том числе, каждый наблюдатель будет подключен к этой площадке Национального общественного мониторинга, и он будет фиксировать все в онлайн-режиме, то есть у него есть алгоритм действий, заданий, которые он должен просмотреть, и есть, например, есть алгоритм таких моментов, которые нарушения могут появиться, и если они появляются, он должен их фиксировать. То есть такая будет работа вестись. Что касаемо целевой аудитории, то есть если делался упор на молодежь, то есть предыдущие годы, мы с 2012 года в Республике Татарстан работаем, и в основном делался упор на студентов и выпускников юридических факультетов, то есть упор на тех, кто действительно дружен с правом, то есть тот человек, кто может составить процессуальный документ, тот человек, который может разъяснить права и обязанности, то в этом году, в принципе, в том числе упор делается вот, на общественников. То есть мы не делаем никаких возрастных, либо ограничений по специальности. Именно делаем упор на людей, которые являются общественниками, которые являются представителем общественных организаций, который входит в общественную палату, либо входит в советы муниципальных образований районов. Вот. И здесь еще нужно сказать о том, что помимо мониторинга как такового на республиканском уровне, то есть у нас сейчас еще планируется работа, активная работа уже идет с Общественной палатой Российской Федерации, у нас будут еще наблюдатели от Общественной палаты Российской Федерации, которые будут тоже работать в Республике Татарстан. А это тоже большой, я считаю, плюс в плане контроля и мониторинга избирательных прав. К моменту, еще момент такой, что мы, когда начинали, мы в декабре открыли штаб свой на улице Профсоюзной 13, мы тогда говорили, что мы открыты для всех организаций. Любая организация, которая занимается мониторингом, наблюдением, могла к нам прийти, мы готовы были. То есть, в принципе, из-за всего массового такого количества организаций, мы вот сейчас с Общественной палатой активно подписали соглашение, с организациями, с федеральными, но других организаций к нам пока никто не поступил. То есть что, вопрос к тому, что обучение мы готовы были проводить и проводили для любого желающего. Любой желающий мог прийти. Сегодня, 5 марта, в час, мы открываем ситуационный центр на базе ИСГЗ, где будет уже проводиться, вот с 5 марта начинается мониторинг. У нас 30 специалистов, которые будут в онлайн-формате и в офлайн-формате. Будет колл-центр. Этот проект мы тоже делаем совместно с Общественной палатой Республики Татарстан, будут представители Общественной палаты. Здесь этот ситуационный центр проработает до 20 марта. Вот, поэтому коллег-журналистов я тоже приглашаю в час дня на открытие ситуационного центра. Будем всем рады. У меня все. Спасибо. Раз вы вспомнили про онлайн-режим, не лишнее сказать, что говоря о прозрачности и чистоте избирательного процесса, очень важно, чтобы обсуждение этого процесса шло тоже максимально публично, открыто, гласно и доступно. Поэтому мы сегодня находимся в онлайн-режиме. И помимо того, что дальше это будет транслироваться на телеканалах в нашей республике, сейчас это могут смотреть вместе с нами представители ряда средств массовой информации, читатели, пользователи ряда средств, интернет-средств массовой информации в онлайн-режиме. И на официальном портале Республики Татарстан идет онлайн-трансляция. Вот от того, что сегодня, как много сделано, тут еще будут, наверное, под вопросы по поводу вот этих всех технических сооружений, инноваций.
Хотелось бы некоторую такую историческую ретроспективу. Вот многие спорят, что сегодня выборы градируют, деградируют, они становятся интереснее, они становятся хуже. С этой дискуссией у нас все в порядке. Поэтому я хотел бы адресовать вам вопрос. Да. И связан он будет... Все ожидали его. И связан будет как раз попыткой оценить, насколько сегодня, с вашей точки зрения, выборы стали действительно, как говорили сейчас до вас, более открытыми, более понятными, прозрачный такой термин сейчас употребляется очень активно. А что если сравнить с 90-ми годами, когда мы все же голосовали с вами в 90-е тоже, и тоже занимали какую-то гражданскую позицию, и тоже очень волновались по поводу того, что происходит. И сегодня опять волнуемся. Это волнение другого порядка или все те же волнения? Вот если можно, вот эти сравнения. Здесь мне самый трудный вопрос достался, как я понимаю. Да, я старался. Да? Так, хорошо, ладно. Во-первых, я воспользуюсь правом, напишу заявление, проголосую по месту фактического проживания своего. Не поеду в центр Москвы, это все-таки далеко, да, по месту прописки, а по месту фактического проживания. Поэтому я плохо разбираюсь в гаджетах, да. Поэтому я понимаю, что все новшества направлены именно на то, чтобы выборы были максимально прозрачные, максимально честны, поэтому на это смотрю и говорю, меня это восхищает. Мне нравятся эти технические новшества, которые применяются на выборах. Но если серьезно, выборы просто превратились в достаточно серьезную масштабную кампанию по сравнению с 90-ми годами. Да, мы понимаем, что в нее вовлекаются все больше и больше слои населения. Если в 90-х годах, как я помню, пойдем, да ладно, что идти, да не надо, да ребята, все решат за нас, пожалуйста, никто за нас ничего не решит. Мы сами выбираем свою судьбу. Пожалуйста, максимальный контроль, максимальное освещение, полная прозрачность того, что происходит. Но, как мне кажется, на мой взгляд, человека, артиста, который поездил по регионам, посмотрел по стране, который жил в 90-х, да, я разговариваю с ребятами, я говорю, год рождения-то какой? Они говорят, как все плохо-то, как все это ужасно-то, да вот вы. Я говорю, год рождения, 87-й, спасибо. Давайте дальше разговаривать. Просто нужно понимать, что было тогда и что сейчас происходит, в каком направлении двигается вообще вся страна. Мне кажется, что все это делается правильно, что мы правильно развиваемся. Но нам нужно пройти свой путь, все свои точки сделать, совершить свои ошибки, исправить их и двигаться дальше. Поэтому мне кажется, что все проходит замечательно. Вот я был недавно на митинге в Лужниках. Послушайте, это масштабное, грандиозное зрелище. Мы все время смотрели, да, там американские выборы. Смотрите, какая там красота, какая флаги, сколько народу, там концерт, там это, да, вот. Да, пожалуйста, у нас то же самое. Мы двигаемся в русле развития правильного. Поэтому мне кажется, что это такие масштабная история, в которую вовлекается вся страна, и это правильно, потому что только мы можем решать, что будет происходить с нами, с нашей страной, как будут жить наши дети. Поэтому мне кажется, что все правильно. Спасибо. А вот, кстати, интересно, да, вот митинги становятся масштабнее, как-то интереснее, почти такая западная модель, даже такое шоу немножко. А вот стакан воды ничто не заменило, да? Как было много лет назад на выборе стакан воды аргументом. Это же классика. Что делать, да? Бывает. Я еще раз говорю. Многие упрекают в том, что подождите, надо сразу, чтобы все было абсолютно идеально. Такого не бывает. Нужно пройти свой путь. Нужно сделать свои ошибки. Не надо делать катастрофические, да? Вы все понимают, какие. Поэтому, но маленькие недочеты могут быть. Пускай это будет самое большое разочарование в этой всей истории. Стакан воды. Хорошо, давайте оставим стакан воды. Давайте оставим людям такую возможность яростно себя проявить со стаканом воды. Спасибо. Пишет Юнуш.
Кстати, заметьте, бутылочки стоят, а стаканы убрали. Но это уже потяжелее оружие будет, это посерьезнее. У нас планерка штабов проходит очень мирно, правильно, стаканов нет. Ильшат Юнусович, к вам, если позволите, вот почти тот же вопрос. Только что называется «Взгляд изнутри». Вот вы можете себе позволить это сравнение во времени, в разных избирательных процессах. Ну и еще, учитывая, что вы представляете достаточно крупные средства массовой информации, вы чувствуете, как реагируют на вот весь информационный поток о каких-то нововведениях люди. Вот как они реагируют с вашей точки зрения? Вообще есть какой-то отклик или нет? Правильно, будьте здоровы. И вот исторический вот этот спасибо. Аспект. Ну, в следующий раз бутылку ставьте рядом, на всякий случай, чтобы у нас был инструмент. Я начну с закона, по которому мы работаем. Вот тут написано. Зарегистрированный кандидат, политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, не вправе использовать эфирное время на каналах организации, осуществляющих телевещание, представляемым для размещения агитационных материалов в целях распространения призывов голосовать против кандидатов кандидата, описание возможных негативных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран, распространение информации, в которой явно преобладает сведения о каком-либо кандидате, каких-либо кандидатах политической партии, выдвинувшей зарегистрированный кандидат в сочетании с негативными комментариями. Распространение информации, способствующей созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата. Вот в таких условиях сегодня работает организация телерадиовещания. Я не собираюсь здесь обсуждать закон, я не депутат Государственной Думы, но то количество ограничений, которые сегодня уже порождено, оно делает наше существование в избирательной кампании весьма-весьма сложным. И я вам хочу сравнить с 90-х годов, с той известной кампанией «Голосуй или проиграешь», эти ограничения вводятся каждый год. Меня, конечно, очень не устраивает ежегодные, ежекомпанейные изменения избирательного законодательства, но тем не менее факт остается фактом. Избирательное законодательство идет в сторону ужесточения всех правил и норм для того, чтобы максимально обеспечить равные условия для всех кандидатов. Это первое. Второе. Корпус наблюдателей меняется практически на глазах. То, что сегодня и общественная палата будет иметь возможность практически указывать нам и наказывать нас за те или иные нарушения в ходе избирательной кампании, это тоже о многом говорит. У нас сегодня в республике будет 2817 избирательных участков. Я всегда говорю, политические партии, кандидаты, закройте все 2817 участков своими наблюдателями. Вопрос, я был на избирательных участках во многих районах обычно, но проблема возникает с количеством людей, которые способны закрыть 2817 участков. То есть, если такая поддержка, если такая торсида, если хотите, у партии, которые способны закрыть 2817 участков. Это тоже интересный вопрос. Еще одна проблема, которая у нас сегодня существует, я имею в виду средств массовой информации, это достаточно, я еще раз повторю, тяжело исполнять существующее законодательство. Тем более, когда уж я, Артем Валерьевич, обещал, тем более, когда политические партии используют любой повод, чтобы придать любому юридическому спору политический оттенок. Вот у нас была ситуация с коммунистической партией. Мы потребовали, чтобы заключить договор на предоставление бесплатного эфирного времени у политических партий, у всех доверенности на заключение договоров, потому что считаем, что согласно гражданско-правовому кодексу любой договор заключается доверенным лицом. Все нам дали доверенности, кроме коммунистов, кроме КПРФ, которые сказали, что мы препятствуем избирательной кампании, препятствуем нормальному ходу избирательного процесса. Но обыкновенный юридический спор тут же вошел в плоскость, так сказать, политической борьбы. Хотя на самом деле здесь спор понятный, потому что если я иду к нотариусу заключать какой-нибудь договор, он просит с меня не только паспорт, он просит с меня документ, там, протокол совета директоров о назначении меня генеральным директором. Я подтверждаю свои полномочия на заключение этого договора. Он вроде называется бесплатным, но там есть определенные и материальные, и прочие другие юридические последствия. Но мы все-таки договорились, по-моему, да? Сейчас мы еще ответите, наверное, мне. Мы договорились, мы хотя бы получили паспортные данные и успокоились. Хотя бы идентифицировали эту личность, которая, кстати, находится здесь тоже в зале. То есть, вот я к чему веду. То есть, понятно, что любое правовое действие будет политизировано. И это я тоже понимаю. Понятно, что
мы сегодня, средства телерадиовещания, средства массовой коммуникации, больше заботимся даже не сколько о содержательной стороне существующих дебатов, выступлений. У нас главная проблема, поверьте мне, у нас главная проблема – тайминг. Не дай бог нарушить тайминг, не дай бог кому-то больше, кому-то меньше. Мы все сидим с секундомерами, я сам сижу на всех дебатах. Вот сегодня на радио не пошел, волнуюсь уже, как там дела. Потому что я твердо, а вдруг что-нибудь, вдруг какой-нибудь из кандидатов поймет, что его права как-то ущемляются, и из этого опять сделают огромную политическую проблему. А за все, что я сказал, за все нарушения, прежде всего, отвечает средство массовой информации. Я не знаю, насколько это справедливо, что у нас такие очень регламентированные дебаты, где очень жестко все определено. И количество времени, и количество минут, и порядок выступлений. По-моему, это немножко иссушает политическую картину. Это моя личная точка зрения. Может быть, стоит сделать их более свободными. С другой стороны, как показывают предыдущие дебаты, слишком большая свобода приводит у нас, к сожалению, в отсутствие политической культуры, к абсолютнейшему базару. Поэтому здесь пока вопрос для меня открытый. Я хочу только одно констатировать, что по сравнению с 90-ми годами, когда мы проходили свои первые избирательные кампании, у меня уже, по-моему, 21-я или 22-я, конечно, сегодня создано все для того, чтобы партии и кандидаты имели равные условия для проведения всех своих агитационных мероприятий. По крайней мере, мы на себе это чувствуем. Спасибо. Позвоните ему срочно. Каких материалов должен вам принести? Спасибо. Так получилось, чуть-чуть отвлекли, я извиняюсь. Бывает, все заняты, все в процессе, все в поиске. Но поскольку вы уже адресовали вопрос, посыл, тезис в зал, ну вот сразу и переходим к экспертам. Соответственно, все понятно, да? Сколь понятными, интересными, эффективными видятся вам те изменения, о которых сейчас говорили. Ну, вот тот пассаж, который в ваш адрес был, может быть, без агитационных, конечно, составляющих. Ну и насколько, с вашей точки зрения, вот все эти технические новшества помогут более прозрачным быть процессу? Вопрос не только к вам, но и к любому из экспертов, кто захотел бы высказать свою точку зрения. Пожалуйста. Вы боитесь, что я не отдам уже микрофон никому? Я специально вам много вопросов формулировал, чтобы на секунду отвлечься. Ну, пожалуйста. У меня на самом деле вот до того, как я перейду к ситуации с ТНВ, хотелось бы несколько вещей отметить. Да? Ну, первое, вот здесь мы увидели вот эти аппараты КЭГИ, КАИБы, да. Ну, прозвучало здесь уже блокчейн применительно к контролю над ходом голосования. Вы понимаете, вот технические новшества — это прекрасно, это хорошо. Но вот в то же время я хотел бы обратиться к Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. Ну давайте до того, как мы вот такие сложные машины заставим работать, давайте заставим работать, как полагается, членов участковых избирательных комиссий. Но пускай они, в конце концов, при подсчете голосов не окружают этот стол спиной, поворачиваясь к наблюдателям и не показывая бюллетень, за кого все-таки там стоит галочка, а вот делают это, как предусмотрено законодательством, то есть демонстрируют, за кого каждый бюллетень отдан. Ну давайте хотя бы это сделаем. Мы можем сколько угодно говорить про блокчейн, значит, КЭГИ, КАИБы, все прекрасно, но у нас же есть записи на участках избирательных. Ну вы посмотрите предыдущие выборы. Надо же провести работу над ошибками, и, ну, чтобы такого больше не было, чтобы подсчет был так, как это предусмотрено избирательным законодательством. Это первое. Второе. Мы знаем, я в свое время присутствовал в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации при презентации вот, КЭГов-КАИБов, ну, несколько лет назад уже. И вот тогда, после того, как эти машины стали устанавливаться в регионах, появилась такая ситуация, что там, где стоит КЭК или КАИБ, и вдруг явка меньше, и результаты отличаются от обычных участков. Вот как у нас в Татарстане с этим практика, по вашей оценке, и стоит ли нам ожидать такой разницы на этих выборах? И ну, как лично вы ее объясняете? Для меня это понятно, в чем причина. Вот. Ну, может, у вас есть какое-то объяснение, вот, ну, наличие такой разницы? Это второе. Что касается ТНВ. Ну, смотрите, вот вопрос не в идентификации личности. С этим как раз проблем нет. И вопрос был в том, что вы от нас стали требовать доверенность. Но
уполномоченный по финансовым вопросам на этих выборах у кандидата. И у него предусмотрена законодательством нотариальная доверенность. И она есть. А то время, которое предоставляется партии, это уполномоченное лицо, и законодательством там не предусмотрена доверенность. Там полномочия придаются решением съезда и подтверждается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Мы передали же, ну что, все, вот, вот, ну, просто, ну, изначально, нет, подождите. Ильшат Юнусович, смотрите, подождите. Потому что я лично слышал, что ваши сотрудники отказывались до этого без доверенности запускать ролики. В этом была проблема, и она решилась. Но, к сожалению, пока мы не... Не надо. Нет. И, к сожалению... Подождите. Ильшат Юнусович. Ильшат Юнусович. Михаил, я хочу сказать спасибо вот в этом вопросе Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. Пока мы туда не обратились... Ваша юрслужба стояла, значит, на том, что мы должны там нотариальную доверенность. Вот мы к ним обратились. Да. Да. Спасибо большое, вот, коллеги. Поэтому, Михаил даже предлагал. У нас здесь не Москва, да. У нас Казань, водичками мы не плещемся. Да. Господин Кондратьев, может, вам есть что добавить по этому вопросу? Я заканчиваю последний, значит, тезис. И что касается формата, вот вы жаловались на... Я обращаюсь сейчас опять к Ильшату Юнусовичу, что вас очень сильно ограничивают. Но это имеет место быть, и эта проблема, безусловно, она, ну, не относится только к телевидению, потому что здесь нормативно-правовая база такая. Это вещь, которую надо менять. Но второе — это содержание вопросов, которые вы носите. И все-таки даже в рамках тех ограничений формат, который вы выбрали. Вы, по сути, практикуете групповое интервью. Это первое. Второе. Ну, проблематика. Давайте говорить о тех проблемах, которые наиболее сегодня заботят наших граждан. Да? Ну, это уровень жизни, там, низкие пенсии, низкие зарплаты. Ну, почему мы должны говорить только про, значит, Олимпиаду и армию? Не, подождите, ну, обороноспособность — это что? В нынешних условиях обороноспособность — это же важнейший вопрос. Ну, мы тут с вами будем до бесконечности спорить о темах. Да бесконечно. Давайте о темах спорить не будем. Я констатирую только одно. Мы предоставляем достаточно большое время кандидатам. Достаточно большое. Есть возможность выступить 12 минут. К сожалению, вынужден констатировать плохую подготовку доверенных лиц к выступлениям. Отсутствие концентрации мыслей. Отсутствие доказательной базы. Все хотят ограничиться рекламными роликами. У нас случился даже нонсенс уже. У нас одна партия, просто не буду называть, не хочу ссориться до конца выборов. 6-минутный блок заполнила 30-секундным роликом, который повторялся больше 20 раз. И я с этим ничего поделать, я не буду говорить партию, я с этим ничего поделать не могу. Это их право, понимаете? Прав у партии, во, огромное количество. И вот он будет все 12 минут мне крутить 30-секундный ролик, и с этим ничего поделать не могу. Избиратели уже просто стонут. Уже не могут, они уже выключают телевизоры, потому что это издевательство. Я поэтому, еще раз, причем здесь, я говорю, я 12 минут даю. Выявите позицию, сделайте программу свою, расскажите. Мне говорят, нет, мы будем ролики крутить. Я говорю, ну вот те раз. Коллеги, можно я все-таки вмешаюсь? Да. У меня вот все-таки в отношении Центральной избирательной комиссии были вопросы. Ну, во-первых, мне очень приятно, конечно, что в вашем споре прозвучали лестные слова в адрес ЦИКа, что только после того, как обратили ЦИК, вопрос был между вами как-то урегулирован. Это, конечно, очень приятно, да? Я начну со второго вопроса, который вы мне адресовали. Вот то, что вы были там несколько лет тому назад на презентации КАИБов, КЭГов. Ну, я уже говорил, что мы в республике в этой избирательной кампании впервые будем использовать КАИБы. И то, что вот вы говорите, что где КАИБы, там явка 1%, то в других, значит, там, где нет, тут явка другая. Давайте все-таки мы дождемся результатов выбора 2018 года. Но я пока председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, и поэтому сейчас говорить, навешивать ярлыки, что вот и так будет у нас в Татарстане, при том, что действительно такая открытая сегодня идет кампания, беспрецедентная, я бы сказал. Мы впервые вышли в режиме онлайн заседания Центральной избирательной комиссии. Я думаю, это не совсем, наверное, правильно. Давайте все-таки мы дождемся, а потом будем уже, наверное, садиться и обсуждать. Если будут какие-то недочеты, конечно же, мы скажем только спасибо наблюдателям,
скажем, политическим партиям, которые будут участвовать в этом процессе, чтобы в дальнейшем этого не допускать. Но заранее, наверное, ярлыки вешать не нужно. То, что касается вашего вопроса первого, да, в отношении того, что научить там людей делать выводы, вот я вам скажу, мы провели беспрецедентную работу, то, что мы обучили вот к этой избирательной кампании практически все 21 тысяч наших, наших участковых комиссий. Это огромная армия. Значит, ЦИК России разработал специальные тесты, которые регламентируют практически все действия участковых комиссий. Значит, все члены участковой комиссии прошли тестирование. Кроме того, с учетом опыта прошлых избирательных кампаний, с учетом тех вопросов, которые нам ставили политические партии, с учетом вопросов, которые ставили наблюдатели, мы специально разработали учебную программу для наших участковых комиссий. Я должен сказать, что вот мы завершили ее в субботу в Лаишево, в пятницу, четверг мы проводили в Казани, присутствовали международные наблюдатели уже на нашей учебной программе, те, которые сегодня уже присутствуют в республике, наблюдают за нашей работой. И вот все эти вопросы, которые вы ставите, значит, все эти вопросы внимательно были еще раз рассмотрены. И то, что даже мы провели в режиме уже, как бы, скажем, в формате деловой игры, чтобы еще раз четко определили для нашей участковой комиссии, как должен проходить процесс подсчета голосов. Более того, я еще раз, коллеги, вам говорю, но нельзя, наверное, вот сразу вот так. Еще у нас ничего не состоялось, да, и вот мы уже говорим там, вон там плохо, тут плохо. Чистота, прозрачность избирательного процесса, доверие избирателя к избирательному процессу – это наша общая работа всех участников избирательного процесса. И политическая культура, о которых сейчас мы здесь с вами говорим, безусловно, работа качественной участковой комиссии и всех участников избирательного процесса. Наверное, вот мы к этому даже вместе идти. Слышь, я абсолютно согласен с уважаемым коллегой, который сказал, что ну, мы сегодня спать легли, завтра утром проснулись, и все довольны, все у нас прозрачно, все у нас хорошо. Мы идем к этому, вся страна развивается, и мы к этому, избирательная система к этому идет. Вы посмотрите, пожалуйста, то, что было несколько лет тому назад. Вы посмотрите, в каком формате сегодня Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проводит свои заседания. Значит, пожалуйста, любой кандидат, любой наблюдатель, любой член совещательного голоса имеет право высказываться. Я бы всех, уважаемые коллеги, вот, ориентировал бы на такую коллективную совместную работу. Спасибо большое. Вот как раз по поводу вектора ожидания, аплодисменты, да, конечно же. По поводу вектора ожидания, госпожа Юманова, первый раз вы вообще выступаете вот, собственно, в такую кампанию. Вы посмотрели, что сегодня здесь представлено. Ваше мнение хотелось бы, конечно, услышать. И все-таки господин Кондратьев позже тоже. Пожалуйста, передайте микрофон. Угу, спасибо. Спасибо. Микрофон работает, да, Юманова Александра. Самое первое, что мне хотелось отметить, к сожалению, Леонид ушел, да, когда он сказал, что митинг превращается в шоу. Я не буду уточнять тему митинга любого, когда об этом говорят телеведущие или когда пишут об этом телеграм-каналы. Ну, для меня это дико, да, митинг — это форма выражения протеста, и говорить, что этим людям нечем заняться, или как один телеграм-канал написал, что лучше бы они, хорошо, что они не пьют в подъездах, ну, для меня это просто дико. Мне не очень хочется это комментировать, но мне очень хочется об этом сказать. Я недопоняла, вот этот КАИП, он подсчитывает только количество проголосовавших? Он формирует протокол участковой комиссии. Количество проголосовавших, да, да, но да. Не количество проголосовавших за того или иного кандидата. Нет, да? Нет, нет, нет. И голосует, и подсчитывает голоса за того или иного кандидата. А, то есть, когда ты сканируешь, он твою галочку заносит совершенно верно. К тому кандидату. Уточняющий вопрос, спасибо. По поводу, вот сегодня планерка штабов, да, мне кажется, хорошо было бы сделать такую планерку до того, как у нас начались дебаты, ее хорошо было бы сделать в ЦИКе, да, если ЦИК может урегулировать вопросы между телерадиокомпаниями, партиями и прочими остальными, ну, это было бы здорово, я думаю, что, может быть, в следующем году, в следующих выборах президента или там любых других, это было бы, если бы это было бы реализовано, это было бы плюс для всех. И по поводу общественной палаты, мне хотелось бы сказать, что мы знаем, что общественная палата сформирована не только из действительно общественных организаций. Мы знаем, что общественная палата, не помню пропорциональное соотношение, но она сформирована из представителей нынешней власти, да? Да?
члены по законодательству членом общественной палаты не может быть чиновник либо муниципальный служащий. Их назначает. Есть алгоритм назначения. На сегодняшний день федеральный закон новый об общественной палате вступил в силу, и он немножко поменял. В Республике Татарстан был свой закон Республики Татарстан об общественной палате, и там алгоритм каким образом? Давайте возможность как раз Ксении Фомину на эту тему откомментировать. Вопрос очень конкретный. Общественная палата Республики Татарстан, как и, впрочем, других субъектов, и федеральная, она формируется 20 человек президентом Республики на основе предложений общественных организаций, 20 человек Государственным советом на заседании, также есть представители общественных организаций, и 30 человек собственно действующим составу палаты. Вот всего 70 человек, вот так формируется. Ну, у нас такой ликбез был, да, пожалуйста. Да, спасибо за ликбез, еще 2 минуты вы мне выдираете через микрофон. Что я этим хотела сказать? Я не хочу подвергнуть сомнению, действительно ли член общественной палаты являются действительно общественниками, да, в таком смысле, который мы придаем этому слову, но сомнения в этом все-таки у меня есть, когда назначаются президентом или главой региона, текущим, когда ЗАГС собрание или госсоветом, вот я думаю, что они немножко аффилированы с властью и являться абсолютно независимым органом общественная палата, на мой взгляд, сейчас не может. Ну и к наблюдению на выборах это имеет прямое отношение, я так считаю. Спасибо. Можно я тогда ремарочку тогда дам по поводу наблюдения на выборах? Смотрите, на сегодняшний день членами общественной палаты является 70 человек. Экспертами еще больше человек. Участки 2817. И помимо членов общественной палаты, кто будет участвовать в наблюдениях на выборах, у нас это еще общественность Татарстана. Было подписано более 15 соглашений с общественными организациями, а это действительно авторитетные организации, которые действительно являются неангажированными, то есть никаких политических взглядов не придерживаются. И то есть, говоря о наблюдении, например, подвергать сомнению ангажированности либо неангажированности этих лиц, да, я думаю, это не совсем правильно, потому что процент, даже если вы говорите назначение 20 человек и 2817 человек, это большая работа. Ну и плюс к тому же по поводу формирования общественной палаты. Я сам являюсь еще председателем комиссии общественной палаты по общественному контролю и правовым вопросам. У нас всегда двери открыты. Мы открываем проекты, всегда привлекаем людей, экспертов. Эксперты — это вот то же самое. Любой человек, который хочет себя проявить, он может стать экспертом. То есть если он не стал членом общественной палаты, он может стать экспертом и работать в рабочих группах, работать в комиссиях. Вот. И поэтому, если у вас есть сомнения, мы приглашаем вас. У нас есть рабочая группа, то есть мы готовы с вами тоже взаимодействовать, работать совместно. Спасибо. У нас в студии есть представители политических партий. Вопрос все-таки сейчас следующий им. Бытует мнение, во всяком случае, среди нас, журналистов, о том, что... хорошо, вы сперва откомментируйте, потом свой вопрос. Позицию по выступающим высказать. Уважаемые коллеги, во-первых, еще раз добрый день. Я вижу, в каком напряженном режиме сейчас работает ЦИК, и на самом деле соглашусь с тем, что, наверное, политическая культура вот в таком, будем так говорить, критическом режиме не воспитывается. Нам нужно действительно думать о том, чтобы в дальнейшем на следующий цикл, на следующий избирательный блок уже, наверное, может быть и с образовательными системами проработать, потому что действительно сколько сейчас тысяч в экстренном порядке готовятся наблюдатели. Я вам скажу, как большая партия, огромная партия, 125 тысяч человек, нам не просто, условно говоря, на избирательных комиссиях, допустим, найти столько и, ну, в данный момент мы не ищем наблюдателей, да, а в другой избирательной кампании нам трудно было найти с правом совещательного голоса и наблюдателей. Это колоссальная работа. И здесь, допустим, отвечая вот на вопрос о том, что непредвзятость, да, тут трудно найти. Мы находим человека, новые законодательства, а потом ведь они должны представить справки там из различных органов, из милиции. Я вот, например, Артем сейчас послушал, да, он говорит, что у нас тоже было, оказывается, а раз так можно было, тоже по скандалу с Ильшатом Юнусовичем, у нас тоже там были, условно говоря, вопросы, но мы в рабочем режиме решали эти вопросы как-то в спокойном, да, то здесь действительно как бы бывает, вот это новое законодательство столько требует разных формуляров, мы их оформляем, оказывается, можно было поскандалить с Ильшатом Юнусовичем, мы этим не воспользовались, да, вот. И Михаил Евгеньевич хочу поддержать тоже здесь в данном случае, хотя я владею этими гаджетами, да, но с другой стороны, я когда смотрю вот на эти аппараты, да, у меня возникает
такое, а кто за ними, за этими аппаратами, кто вот этот вот управляющий. То есть тоже в свою речь, ну нельзя сказать, что мы полностью безопасность как бы обеспечиваем, что там нет каких-то там подпольных кодов и так далее. Я как гражданин говорю сейчас, то есть этот вопрос возникает. Поэтому надо развивать эти системы, безусловно, все это ведет к новым форматам и нормальным, и открытым форматам. Единственное, что вот полностью соглашусь с коллегами, что и такие встречи, и политическую культуру нужно воспитывать в то время, когда оно у нас есть, межвыборное время. Спасибо. Спасибо. Нашим аплодисменты. Вопрос нашему гостю, конечно. Вы скажите, кому вообще сами доверяете? Вы вообще живым наблюдателям, которые, конечно же, у нас есть мнение, что они нацелены на поиск именно нарушений или техническим, бесстрастным таким вот средством наблюдения. Пожалуйста. Вы знаете, наверное, должен быть симбиоз, да, и живые наблюдатели, и технические средства, которые помогают просто. Любое техническое средство – это помощь человеку. Да, мы же говорим о развитии робототехники, да, и всего остального, продвижении гаджетов, внедрении их в жизнь простого человека. Поэтому любые технические средства и новшества должны помогать людям. Поэтому, ну, конечно, людям доверять. Но для этого нужно воспитывать тех людей, которые были сами к себе максимально честны и к тому делу, которое они делают. Вот это очень серьезно. Вот это серьезный вопрос. Всегда нужно начинать с самого себя. А как ты в этом процессе и каков ты по-настоящему? Вот если с этого момента мы начнем все-таки с самого себя, то все будет у нас нормально. Я буквально маленькую ремарку, раз уж мы никак не можем отойти пока вот от этих наших технических средств подсчета голосов. Если у наблюдателей или у участников избирательного процесса возникнут какие-то вопросы о том, что значит КАИБ там, или, допустим, другое техническое средство, значит, какие-то сомнения, то, пожалуйста, значит, в законе это предусмотрено сегодня. Участковая комиссия пересчитает вручную эти бюллетени. То есть уже идут вот на такой шаг для того, чтобы, значит, действительно легитимизировать итоги выборов. И вот я еще раз просто повторюсь, то, что мы в любом случае должны идти к этому шаг за шагом. В любом случае не получится так, сегодня так, завтра по-другому. Это общая наша работа. Я еще раз, коллеги, вот об этом хочу заострить ваше внимание. Спасибо. Ну, хорошо. Да, ну, спасибо. Сделали одолжение. Василий Новиков, первый секретарь Казанского рискового партии Коммунистов России, доверенное лицо товарища Максима Сурайкина на выборах. Член, кстати, избирательного штаба. Ну, если уж у нас планерка штабов, то, наверное, имею право выступить. Обращусь к господину Аминову. Вопрос такой. Вот вы очень скрупулезно посчитали, несколько раз уточнили цифру наблюдателей, 2817 человек, которые по... Участков? Ну, извините, участков. Ну и вы на них, на всех подготовили наблюдателей. Ну, вы, это общественная палата, центр сберком, но так как вы про это говорили, вопрос к вам. А вы знаете, из кого состоят УИКи, участковые избирательные комиссии? Кто составляет костяк участковых избирательных комиссий? Кто? Кто? Это бюджетники. А в первую очередь это педагоги, учителя, преподаватели, социальные работники. Те люди непосредственно, которые находятся в административном подчинении у исполкомов. Те люди, которые находятся в подчинении у исполнительной власти. Дальше. Вот вы об этом сказали. Вы обратили тоже. Из кого они должны состоять? Они должны состоять из людей, которые не являются напрямую подчиненными. А как вы их приведете? Подождите. Стоп. Ну неужели у нас в республике не хватает населения? Вот вы попеняли партиям, которые не могут обеспечить, якобы не могут обеспечить контроль над выборами. А зачем нужно усиливать контроль над выборами, если вы предлагаете вот такие замечательные технические средства контроля над выборами, учета, подсчета? А сколько у вас участков оснащено ими? Сколько? 100%? Нет. А почему это случилось? Вы говорите, что ранее упоминали, что финансируется всем вам. У меня просто ответ сразу есть. Я считаю, вы мое мнение спросили, я отвечу просто. Я считаю, что этот процесс идет. Человеческий фактор с каждым
избирательной кампании все больше сводится к минимуму. И дальше такое будет происходить, поверьте мне, с учетом современного развития техники. Скоро все будем голосовать по отпечатку пальцев, все это придет, понимаете, и уже тогда вообще ничего не сделаешь, если только палец у кого-нибудь отрежешь. Поэтому как бы этот процесс идет, я серьезно вам говорю, если этот процесс идет, он как бы из каждой избирательной кампании человеческого фактора, вот я сравниваю с 90-ми, становится все меньше, меньше и меньше. Я понимаю все ваши опасения, но еще один пример вам приведу. У нас огромная проблема, я знаю, вот с судейским разговором, у нас огромная проблема набрать присяжных. Вы знаете, тоже непростая задача. Даже присяжных набрать непросто. Очень непросто. А вы говорите о 1700 комиссиях. Митхат Рафкатович, мне кажется, вам нужно сейчас пояснить, да, кто эти люди, потому что раз вопрос есть, значит, нужно ответить. Спасибо. Во-первых, надо понимать, раз у коллеги возник вопрос, я должен сказать, что вот на этих предстоящих выборах президент Российской Федерации техническими средствами подсчета голосов, но у нас в общей сложности проголосует порядка, значит, около 300 тысяч избирателей. Около 300 тысяч избирателей. Это больше 10% от общего числа избирателей, которые есть в нашей республике. Это вот первый вопрос. Я уже не буду повторяться, значит, практически ваши вопросы иногда созвучны с теми темами, которые мы уже обсуждали. То, что касается формирования, значит, членов участковой комиссии, я с вами абсолютно категорически не согласен. Значит, тоже вот как-то уже косвенно или вы как-то пытаетесь обвинить членов участковой комиссии, то, что они заранее уже, да, как будто фальсифицируют, значит, итоги выборов. Вы поймите одну простую вещь. Это те же самые люди, которые сидят, например, это учителя, которые учат наших детей, это врачи, которые лечат наших детей, лечат нас с вами, понимаете? И Центральная избирательная комиссия, если вы внимательно тоже за этим следите, специально вот к этим президентским выборам, значит, формирует телефон справочный для того, чтобы оказывать психологическую помощь в день голосования членам участковой комиссии. Вы представляете, какая это психологическая и физическая нагрузка на человека? Когда, значит, вот только сейчас мы слышим, да, 3000 наблюдателей от одной политической партии, там 3000 наблюдателей от другой политической партии. Значит, установка дана всем участковым комиссиям максимально обеспечить доступ всех наблюдателей, помещений для голосования, помещений для подсчета голосов. Вы представляете, значит, сколько будет у нас с вами наблюдателей на избирательном участке. И участковая комиссия должна в рамках, строго в рамках закона организовать и провести день голосования. Представляете, какая это нагрузка? У нас в этом зале, значит, мнение не сходится. У вас одна позиция, у вас другая позиция, у него третья позиция, у него четвертая позиция. И каждый высказывает, да, какие-то объективные вещи, какие-то несубъективные вещи. И вот вы поставьте себя на место председателя членов участковой комиссии, который должен вот это все ваши или все вопросы наблюдателей как-то так отрегулировать, чтобы, значит, в рамках закона организовать и провести голосование. Поверьте мне, это непростая работа. Вы знаете, это мы непростая так говорим работа. О членах участковых избирательных комиссий, как будто это люди, которые вообще, не знаю, с другой планеты. Мне вот интересно, друзья мои, в этом зале, в этой аудитории, может быть, есть люди, которые действительно работали членами участковой избирательной комиссии? А вдруг есть такие? Вот, пожалуйста. Да, передайте. Значит, я могу даже, знаете, что предложить? У нас, в принципе, заканчивается 5-летний срок полномочий членов участковой комиссии вот после этих президентских выборов. Давайте, значит, мы тогда, вот кто активно у нас занимает позицию, пожалуйста, давайте, заявляйтесь, для этого законно предусмотрены регламенты, заявляйтесь, значит, пускай выдвигает. У нас в участковых комиссиях представлены все политические партии, которые, значит, сегодня парламентские партии все, значит, те партии, которые прошли у нас там в участковых комиссиях, там в территориальных комиссиях, в Центральной избирательной комиссии. У нас же двери открыты. Пожалуйста, приходите. Давайте тогда вместе делать так, чтобы вот те вопросы, которые вы задаете, но все-таки я просил бы заранее вот не вешать эти ярлыки. Все-таки спасибо, вот вы микрофон взяли. О своем опыте. Кто эти люди? Кто расскажет? Пожалуйста. Я один из этих людей. Член партии «Яблоко». Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса номер 144 Казани. Но прошел в эту избирательную комиссию по квоте Коммунистической партии Российской Федерации. Интересное сочетание. По квоте своей родной партии «Яблоко» я дважды не прошел в состав избирательной комиссии города Казани. В 2012 и в 2017 году последний раз.
В 2017 году не прошел по квоте от своей партии в состав Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. В 2015 году не прошел состав территориальной избирательной комиссии Советского района Казани с правом решающего голоса. Такая вот удивительная статистика, уважаемый председатель Центральной избирательной комиссии. Я не говорю, что это при вас она была сформирована. Она сформирована в предыдущие годы деятельности избирательной системы Татарстана. В 2013 году, когда формировались ныне действующие участковые избирательные... Я попросила все-таки, учитывая, что у нас очень так сжато по времени, лаконично, пожалуйста, другие тоже хотят высказаться, я прошу прощения, спасибо. Процент проходимости кандидатов от партии «Яблоко» в участковой комиссии составил порядка 8%. Непрошедшие люди автоматически попали в резерв, по настоящее время ни один из них в действующие члены участковых избирательных комиссий не попал. Налицо очевидная несправедливость и дискриминация, в частности, нашей партии, а я бы сказал шире, партии демократического фланга. Да, пожалуйста, вы хотели что-то просто добавить? Просто у нас в театр тоже многие хотят попасть, а берут только талантливых. Я тут дело такое, понимаете? Что делать? Простите. Спасибо. Вы знаете, на самом деле, вот сейчас вот стою всю дорогу, смотрю вот на эти интересные аппараты, я бы хотела попросить вас показать, что это такое. Мы о них говорим, как будто они в действии. Можно это сделать? Коллеги мне помогут, наверное, да, показать. Да, пожалуйста, потому что я думаю, это то самое. Говорим-то, говорим, хоть покажем. Данные средства на территории Республики Татарстан, они будут применяться впервые, как уже было сказано. Это комплекс обработки избирательного бюллетеня 2017, разработан Бауманским университетом. В этом году по России примерно 4800 штук было отправлено в Казани, в Татарстане будет использовано 42 единицы. Данное средство позволяет в электронном виде подсчитывать количество избирателей, проголосовавших в помещении участковой избирательной комиссии, в электронном виде подсчитывает, разбрасывает голоса, кто за кого проголосовал, и в конце, при режиме подведения итогов, данный КАИП, это средство, формирует протокол участковой избирательной комиссии с помощью штрих-кода, также наносит штрих-код на сам протокол, и данный протокол также сохраняется на съемном флеш-носителе, который предоставляется в территориальную избирательную комиссию для ввода в систему ГАЗ-выборы. Исходные данные для данного устройства готовятся также территориальной избирательной комиссии и могут быть загружены как с флеш-носителя, так и с помощью листов с QR-кодами. Режимы работы данного устройства – они последовательны, без прохождения предыдущего режима устройство не разрешит вход в следующий режим. Режим устройства следующий – это тестирование, при котором проверяется все функционирование устройства и распечатывается протокол. Далее переход в стационарный режим, то есть это в режим реального голосования в течение дня голосования. И после окончания времени перехода, вернее, после окончания времени указанного как время окончания голосования стационарного, разрешается переход в переносной режим, когда из переносных ящиков загружаются бюллетени с соблюдением, конечно же, тайны в данное устройство. После этого подводятся итоги, распечатывается протокол, как я уже сказал, и, соответственно, сохраняются данные средства. Давайте продемонстрируем. В данный момент сейчас... Я прошу прощения, чьи-то очки... В данный момент сейчас устройство находится в режиме тестирования. Вот в режиме тестирования устройство оно воспринимает полностью бюллетени, правильно оформленные бюллетени с правильными печатями нанесенными и проговаривает. То есть в режиме тестирования. То есть, коллеги, обратили внимание, да, вот и устройство само уже говорит. Оно определяет номер печати, соответствует ли оно, это печать избирательной комиссии соответствующей, и проговаривает, какие выборы, маркер какой, и какой выбор указан на бюллетене. Печать номер 1, позиция номер 3, действительный бюллетень.
не принимает бюллетени, неправильно оформленные, например, без печати участковой комиссии. То есть уже бюллетень из другой участковой комиссии он уже КАИП принимать не будет. То есть только не пустой, те бюллетени... Не, с другой участковой да. комиссии бюллетень. С печатью другой участковой комиссии. Здесь сейчас просто виртуальные первые комиссии с номером 1, поэтому как бы не принимает. Две, сейчас, секундочку. Значит, то, что два бюллетня, если тоже будет, значит, прикладываться, то машина не принимает, только принимает один бюллетень. Ну, я, по крайней мере, вот подготовил просто бюллетень со всеми галочками проставленными. Соответственно, недействительные бюллетени, но если его сейчас достать из ящика, она на обратной стороне маркирует определенной меткой все недействительные бюллетени. Также не принимаются бюллетени принимаются, но маркируются недействительными бюллетень без единой установленной галочки. После того, как протестировали, тест проходит по специальному регламенту определенному, тестирование и распечатается протокол тестирования устройства в заданное время, не ранее заданного времени, то есть в 8:00 оно разрешит перейти в режим стационарный. В стационарный режим. Соответственно, в стационарном режиме. И вот уже в стационарном режиме устройство не будет проговаривать никакую информацию, оно просто будет говорить «спасибо», то есть на экране надпись будет «спасибо», и в молчаливом режиме оно будет у себя фиксировать соответствующие данные. Два устройства, они соединены между собой, данные синхронизируются между устройствами, поэтому при выходе одного из устройств из строя избиратели полностью могут голосовать на втором устройстве. Мы посмотрим тогда вот второй. Скажите, пожалуйста, вот то, что открывается и нету доступа туда для вброса бюллетеней. Это очень важный момент, коллеги, обратите внимание. То есть перед началом реального голосования устройство полностью сделано так, что оно пломбируется. Есть 4 места пломбировки самой крышки ящика для голосования. Сзади само устройство после установки на ящик также пломбируется. Физически его открыть без нарушения этих пломб невозможно. И в случае, если необходимо очистить сканирующую линейку и открыть данное устройство, с внутренней части забросить туда ни один бюллетень просто физически невозможно. Оно проходит определенный, то есть бюллетень проходит определенные ролики, через которые поступает уже в накопитель. И физически туда вставить какие-либо один или еще какое-либо количество бюллетеней просто невозможно. Данный режим он предназначен для протирки сканирующей линейки от загрязнений. Все. Сколько таких устройств приехало в Республику Татарстан? В Республике Татарстан в данный момент находится 44 устройства, 42 из них будет использоваться, я имею в виду про КАИП 2017, 42 будет использоваться на участковых комиссиях. Комплексы для обработки избирательных бюллетеней из 175 комплексов будет использоваться 149 комплексов. Данный комплекс электронного голосования, он был разработан ООО «Счет МАШ», город Москва, применяется в Республике Татарстан. Применяется в Республике Татарстан с 2011 года практически на всех региональных и федеральных выборах. Кардинальное его отличие от КАИБа заключается в том, что избирателю предоставляется не бумажный бюллетень, в котором устанавливает он свои галочки, соответственно, и опускает в накопитель, а избирателю вместо бюллетеней, после того, как процедура прошла идентификация избирателя членами участковой комиссии,
выдается вот такая карточка со штрих-кодом. То есть он также расписывается в журнале? Он также расписывается в журнале, также его данные заносятся полностью в журнал, и ему выдается такая карточка. Перед тем, как выдать эту карточку, член избирательной комиссии активирует эту карточку на специальном считывателе. На экране сразу же в выданных картах число изменяется на единичку, и код данной карты, он заносится в специальную базу. И только этой карточке будет разрешено проголосовать. Избиратель подходит к любому свободному устройству, а таких устройств сенсорного голосования в участковой комиссии будет находиться от 5 до 9, в зависимости от количества избирателей, чтобы не создавать очереди. Подносит карточку к считывателю на устройстве, и уже на сенсорном экране можно посмотреть, предлагается выбор языка, либо на русском, либо на татарском языке, уже предоставляется право избирателю проголосовать. То есть он точно так же, как и на бумажном бюллетене, может поставить свою галочку за кого-либо из претендентов, либо, не устанавливая эту галочку, соответственно, опустить какой-либо пустой бюллетень. При завершении выбор избирателя печатается на специальном печатающем устройстве на принтере. И при подтверждении лента сматывается для того, чтобы следующий избиратель не видел, какой выбор произвел предыдущий избиратель. Спасибо большое. Я думаю, что основные, как бы, ключевые моменты наши друзья увидели, что полностью, да, можно все даже равно всю цепочку потом не посмотреть, да, кому это интересно. Дело в том, что уже у нас всю цепочку мы не сможем рассказать, это желающие могут задержаться. Резюмирую сегодняшнюю встречу, потому что, друзья мои, мы с вами уже работаем больше часа в эфире. Пожалуйста, Мисхат Равкач, вам слово, Ильшат Юнович, вам слово, ну, как аксакалы практически, и... Пожалуйста. Да. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить всех участников сегодняшнего нашего мероприятия. Во-первых, спасибо большое, то, что все-таки вот даже сегодняшнее обсуждение, оно в любом случае дает определенную, скажем так, пищу для размышлений для Центральной избирательной комиссии. Я уже говорил, что выборы, организация выборов — это коллективная работа. Есть регламентные полномочия избирательных комиссий, которые должны... в рамках закона организовать и провести выборы на территории нашей республики. Есть, соответственно, обязанности, полномочия всех других участников избирательного процесса. Я надеюсь, я уверен в том, что выборы президента Российской Федерации на территории нашей республики пройдут открыто, прозрачно и гласно. Спасибо всем большое. Я со своей стороны хочу поблагодарить всех доверенных лиц кандидатов в президенты, которые работают в рамках избирательного процесса в Республике Татарстан. У нас идет конструктивный, понятный, взвешенный политический диалог. Это очень важно. Я уж не буду сегодня еще раз повторяться про то, что мы видим на центральных каналах. Я хотел бы, чтобы также достойно и взвешенно мы прошли всю избирательную кампанию. И как бы все были удовлетворены ее результатами. Спасибо. Спасибо, друзья. До встречи через неделю на планерке штабов.